На протяжении ряда последних лет поднимался несколько раз вопрос и поднимается сейчас о создании государственного алиментного фонда. То есть в этом случае обязательство на себя по помощи таким детям брало бы государство, и потом уже, собственно говоря, государство взыскивало вот с таких алиментщиков эти суммы. И я считаю, что это было бы, ну, решение правильное, потому что помощь детям реально нужна сейчас, а не такая, скажем так, да, то есть когда фактически у ребенка есть несколько сотен тысяч рублей, но их нет. Задолженность есть, но когда она будет выплачена, будет ли выплачена вообще когда-то, это большой вопрос. И у нас очень многие мамы, конечно, с этим обращаются очень хорошие, которые, которых самих не большой заработок, а требуются деньги и на лечение ребенка, и на то, чтобы он был подготовлен к 1 сентября.